здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Hyundai i30 2012 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, G4 FC, пробег 176 194. Крышка. Маслозаливная горловина чистая, нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. Одиннадцать килограмм. Второй цилиндр. Одиннадцать килограмм. Третий цилиндр. Одиннадцать килограмм. Четвертый цилиндр. Одиннадцать с половиной килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.